Раймонд, вы самый популярный в Латвии композитор, народный артист СССР. Скажите, какими словами, какими мелодиями поэт и композитор могут заслужить такие овации? И какой должна быть сама творческая личность, чтобы народ признал ее? Какой она должна быть, этого никто не знает. Тут надо точно попасть в десятку. Это абсолютно нельзя предсказать. Я не знаю. Это может быть даже одна песня, которую все ждали. Одна правильно найденная мелодия. Я говорю не только о композиторе, об исполнителе тоже. Одна верно найденная мелодия. А какая она? И какие эти нужные слова? Может быть, как раз те, которых профессиональные поэты скажут, что это дилетантизм, что это не нужно, сентиментально. А слушатель, основной наш слушатель, и сельский, и городской, говорит, нет, мне это нравится. И вот тогда начинается. Ну где? Где этот момент истины? Сегодня уже все интеллигенты. Все со средним образованием, с высшим. Ну разве этого достаточно? Мне бабушка колоссально говорила, что тебе дадут все эти консерватории, если сердце не будет образованное? В этом есть смысл. Эти слова «сердце образованное», что-то они означают. И с такой улыбкой она это говорила. Она ко мне очень хорошо относилась. Что-то в ее словах было. Многим кажется, что я всего уже добился. Все красиво, хорошо. Думают, что я уже достиг потолка. Все, что я хочу, у меня есть. Но они глубоко заблуждаются, когда думают, что если я материально обеспечен, если у меня есть, скажем, титулы, о которых многие мечтают, то это уже в жизни все. Это совершенно не так. Я на эти вещи, может, потому что они у меня есть, смотрю иначе. Мне в жизни посчастливилось, я этого не отрицаю. Мне везет. Я могу работать. И, слава богу, чувствую себя нормально. А если спросят, в чем для вас смысл жизни? Какой там смысл? Я не умею это объяснить научно. Мой смысл — двигаться, действовать, делать что-то, что у меня получается. Что-то у меня получается, что-то нет. Я не хочу сказать, что я привязан к этому инструменту. Мне вообще нравится что-то делать. Я полчаса не могу посидеть спокойно. Этого я не могу. В этом мой смысл жизни. Ваш отец – бывший ильгюцемский стеклодув. Что вы унаследовали от характера родителей и как они влияли на вас? Родители? Ну, родители, конечно, сыграли решающую роль. Их такой фанатизм, вот так должно быть, и все для этой цели. И поскольку они этого хотели, и меня заставляли, так я и шел через все это. То вверх, то вниз. Всякое бывало в жизни. Что-то и не получалось. Ну, сегодня я могу говорить сильно умно. А тогда думал, как все остальные пацаны. На кой черт мне все это, когда другие там в футбол играют? Зачем я должен сидеть у этого пианино?
Кажется, в 40-х годах Ильгюцемс был самой окраиной Риги. Ильгюцемс. Это был тогда настоящий район латышских рабочих. Здесь как раз рабочие жили. Да, вот кожевенная фабрика. Здесь была фабрика, кожевенная фабрика, текстильная, стекольная фабрика, да. Да, и дети рабочих очень стремились учиться. Да, это наша школа. И моя тоже. Я 6 лет не отмучился. Раймонд о вас сказал: Боброва — моя первая настоящая учительница. А каким он сам тогда был? А вот это его единственная четверка. Да. Раймонд Паулс. Родился в 36-м году, 12 января. Пятерка, 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 пятерка. Только по физкультуре четверка. Ну да, на гимнастике он ведь аккомпанировал. За это тоже надо было пятерку ставить. А вот эти фотографии я не видел. Ну вот, а здесь и Раймонд. Маленький мужичок. Именно маленький мужичок. Тогда он был, кажется, самый маленький в классе. Но хорошо держался, очень. Вот. И чтобы у каждого отца был такой хороший сын. Да, чтобы у каждого рабочего человека были такие дети. Ну вот и спасибо вам за это. Раймонд. Дорогой мой мальчик. Милый мой. Ну, как вам живется? Квартиру еще не дают? Сними плащ. Сними. Вот так. Да, есть учителя, которых мы не забываем. Это те, кто вкладывал в работу и сердце, и душу. Это тоже дано немногим. Может быть, другой тоже хочет что-то хорошее, но у него не получается. Как она умела разбудить интерес к этому самому театру, к музыке, ко всему. Были классные вечера, где каждый пел, играл, что-то делал. Я думаю, это имеет огромное значение. Мне кажется, раньше учитель был как-то лучше подготовлен, разносторонне. Со временем разыграюсь. Родители ведь знали только ту красивую сторону искусства, музыки. Смокинг, фрак, сцену, аплодисменты, цветы. Такое у них было представление. А другая сторона для них не была ясной. Эту другую я сам прошел. Начал играть на танцульках. Я имел всегда успех. Довольно хорошо играл тогда эти танцы. В то же самое время там было достаточно людей, которые приносили водку. Так что всякое случалось. Могло бы все это печально кончиться. Но, слава богу, как-то выкарабкался. Нужен ли был для этого какой-то уникальный характер, как теперь говорят? Не знаю. Я пришел домой тогда, после всех больниц, и сказал, что больше пить не буду. И не пью. По сей день. В августе 63-го года это было. Теперь уже юбилей, больше 20 лет. А через пару лет сказал, что не буду курить. Точка. Thank you.
Я ведь никому не был нужен тогда. Меня тогда не снимали. Последний друг, который со мной еще так... Это был Лео Кокли, художник. У него мы собирались на знаменитые тогда богемные вечера. А теперь у вас есть настоящий друг? У меня друзей нет. Есть очень хорошие знакомые, которым я верю, и большая часть, которым не верю. Но так ведь очень трудно жить. Ужасно. Ужасно трудно. Но жить-то надо. Что поделаешь? Так и живу пока. В известной мере замкнуто. Но я никуда и не хочу. Ходить в эти компании не люблю. Может быть, у меня у самого характер такой вредный. Хотя меня куда-то и зовут, и двигают, и приглашают. Но я себя каким-то там чужим чувствую. Может быть, я внутренне ощущаю, что кому-то на нервы действую. Не знаю, но я не хочу никуда. Может быть, когда-нибудь пожалею об этом. Сначала, сначала. Ты один попробуй с этой тубой. Духовой оркестр, елки-палки. Опа! Ах, ты саки, будьте опять Белзиер. Ах, ты саки, будьте опять Белзиер. Ну что вы там накрутили? По ушам бьет. Раймон, Раймон, пришел Луиджи Пестелоцци, директор миланской Ла Скала. Вас очень любят, и не только в вашей республике, но вы известны по всей стране. Je suis intéressé à cette à votre musique naturellement. Разумеется, ваша музыка меня очень интересует. Я, может быть, я смогу присутствовать немножко при вашей работе. Да. Пожалуйста. Вот это второе нужно сыграть очень элегантно, легко, противопоставляя всему этому вокально-инструментальному. Легко, легко. Если так смогли бы хоть раз, было бы сверхпрекрасно. Было бы шикарно. Раз, два, три. Yeah.
Лана, вы как жена Раймонда знаете его лучше всех. Есть у него конфликты с самим собой? Это тайна, которую он никому не открывает. Вообще он такой неоткрытый человек. Если его что-то мучает, он с другими не делится. Безусловно, трудности есть. Если ты ничего не делаешь, так у тебя и трудностей нет. А если работаешь, притом много, то они все прибавляются. Но его выручает работа. Он такой жесткий, ни своей болью, ни проблемами, ни с кем не делится. А почему так? Такой характер, таким он родился. Он никогда не был открытым, ни с матерью, ни с отцом, насколько я помню. Он как кошка, которая гуляет сама по себе. Он очень застенчив. И вся эта бравада только маска, чтобы не показать другим. Может быть, я теперь какой-то его секрет вам открываю, но многие это уже знают. Те, кто к нему поближе, те знают. Подожди. Нет, тут нужно инструментально. Там нужен отказ. Поэтому я кричу, что я хочу играть соло. А ты проляпай конец. Ты уже до того дохалтурилась, что опять путаешь. Он утром как встает, выпьет свой кофе и сразу за рояль, а заканчивает в час, полвторого ночи, каждый день. Мы живем вместе уже 25 лет, и у него, по сути, не было ни отпусков, ни выходных. Во всяком случае, я не припомню. Как вы представляете свою жизнь лет через 20? Ведь с возрастом нельзя будет столько работать. До этого сперва еще дожить надо. Было бы неплохо. Когда он не сочиняет, тогда ищет в доме какое-то другое занятие. Вот эта крыша, которую вы видите, это его работа. Выломал все прогнившие доски и прибил новые. Кстати, это было во время концертов. Вечером у него концерт в Дзинтере, а днем он всем этим занимался. Хотите верьте, хотите нет, но это правда. Так, вы все гении, я тоже. Сделаем совсем просто. Так. Так как было? Два раза ми бемоль, только с той разницей, что мы играем это как соло-оркестра, вот. А потом идете вы со своим. Ясно тебе? Хотя тебе никогда ничего не было ясно. А, все-таки ясно. Поехали. Насыплем немножко нафталина и поехали. И со сцены уходя, на прощание, говорим спасибо вам. До свидания. Все, полчаса.
Ну, куколе грим не нужен. Она у нас и так красивенькая. Очень красивенькая. Хорошо. А что у меня седая голова, в этом и твоя заслуга в известной мере. Ну, пол головы в известной мере. Но не половину, чуть меньше. Воды бы холодной, а то руки в этой жаре пухают. Ну, чудесненько будет, да? Думаю, будет. Начинаем нашу программу старой мелодии, переложенной для двух роялей. Прилетел он и поет, из бокала солнце пьет. Радость он приносит людям, все печали с ним забудем. Какое место в вашей жизни занимает дочь? Она моя наследница, единственная.
Я пока что ей доволен. Пусть оно такое будет. Я нелегко. Кажется, фамилия в работе немножко мешает. Но останется ли она на телевидении, я не знаю. Очень хорошо напишет, во всяком случае, эти профессора в Ленинграде так говорят, что она хорошо пишет сценарий и тому подобные вещи. Так пускай она дома спокойно работает. Жена там еще выступала насчет музыки, но я был категорически против. Через что сам прошел, я и не желаю. Особенно вокалисты. Это же несчастные люди. Пожалуйста. Ну, здесь вокал местами замаскирован. А так было бы хорошо. И по тембру приятно звучит. Я слушал моновариант. Кажется, все нормально. Хотя немного ярче могло бы быть. Пожалуйста, какие предложения? Я за фонд. Поддержим молодых. Все время кого-нибудь поддерживаем, и оперу поддерживаем, когда они там мимо нот поют. Главный редактор радиокомитета – лицо должностное. Почему вы взяли на себя и эту нагрузку? Потому что мной раньше слишком многие командовали. А теперь я хочу сам собой командовать. И это дает мне многое для того, чтобы мне не мешали. Чтобы мне не надо было планировать, что я там через 2 года попаду в студию или еще куда. Я своим трудом заслужил, что могу себе позволить работать тогда, когда я этого хочу, когда мне это нужно. Я ни в коем случае не думаю, что мешаю работать другим. Но наш организационный и хозяйственный аппарат ужасно сложный и медленный. О моей работе медлить уже нельзя. Эта должность имеет и вторую сторону. Я могу многое сделать и для слушателей. Очень много. С моим мнением считаются. Например, я могу в известной мере гордиться тем, что у нас очень большое количество писем от молодежи, которая слушает наши передачи. Для радио это очень важно. И для телевидения тоже. Ну и как вам кажется, что нужно для молодежной аудитории? Совсем просто. Нужна музыка. Хорошая музыка. Если у нас будет действительно хорошая музыка, с молодежью не будет особых проблем.
Вы впервые избраны депутатом Верховного Совета Республики. Понятно, что теперь для музыки останется меньше времени. Зато откроются новые возможности что-то делать для общества. Что вы хотели бы защищать, против чего выступить? Во-первых, я бы что сказал? Риге нужен концертный зал. Это первое. Концертный зал для нескольких тысяч зрителей, благоустроенный, самый современный. Такой, как требуется сегодня. Чтоб там можно было и работать, и гостей принимать, и самим выступать. Во-вторых, я бы обязательно пересмотрел все это музыкальное воспитание. Притом серьезно пересмотрел. Что там есть и чего нету. Я не хочу теперь анализировать недостатки и достижения. Но я думаю, что давно надо пересмотреть. Воспитание культуры человека. Пытаться каким-то образом ее создавать, воспитывать. Это, по-моему, сегодня один из самых важных моментов. А кроме того, я могу многим помочь. Каждый день, какими только вопросами я не занимаюсь. И лекарства, и квартиры, и семейные дела. Многим я действительно помог в жизни. Я это знаю. И это приносит мне удовлетворение. Хоть малость, сколько света твоего мне еще осталось? Солнышко мое, скажи, холодно тебе ли? Я тебя согрею сам, как птенца в метели. Я хочу посмотреть, как вы теперь с камерным оркестром. Они играют идеально чисто. И тогда мы услышим, какие унисоны со скрипками. Эти старики, если не поют чисто, сразу смычком по башке. Не смычком, а дирижерским жезлом. Концертина закончена. Все на примерку новых костюмов. Вот так вот. Не так легко. Не так просто, как кажется. И заканчивать его на слова вот мне нежность цветка и огромно твои, все ты в любовь получила моей, свежий свеча жар мерзкого дня, нет, не любить ты не можешь меня.
делать. Да, да, уже делать. Тянуть там еще больше. Сразу тогда логично идет дальше уже этот. Уже сколько можно. Да, это уже самый финал, да? Проведу. Что там вот такое ночной самолет, торжественный зал подведу. Вечер сегодняшний весь напролет через проведу. Вот сейчас, да, хор, да, и ты наверху идешь. Вы когда-нибудь считались с модой? Я думаю, во всем, начиная от внешности и кончая тем, что ты делаешь, с модой считаться нужно. Ты можешь быть модным даже тогда, когда в своей убежденности не гонишься за модой вместе со всеми налево и направо. Ты стабилен в своих взглядах, ты большая личность. Если ты действительно большая личность, иначе нельзя, надо смотреть. Но ты должен быть в курсе того, что творится вокруг. Мне кажется, именно так называемая нехватка информации – это то, что нам мешает. И мы становимся такими… Не рыба, не мясо. Мода давит. Ох, как давит. Надеюсь, что она скоро будет не моя. Надеюсь. Это я для вас все время делаю, все время. А как что-нибудь вас попросить? Ничего у вас нету. В 9:45 утра. Ой, не могу, последний анекдот. А кто? Да я в 11 только встаю. Да. Ну что делать, не нравится, какой есть у меня метод, такой есть. Это я тебе потом скажу. Сейчас скажу потом, ладно? После светлого света. Может быть, здесь просто повторить. Понимаешь, как ни расчету, ни уму, ни постичь тебя мой край, душу не понять твою, как ее не вычисляй. Жизнь моя порой трудна, много всякого пускай. Пусть оставят все меня, только ты не оставляй. И можно дальше просто подать. Да пребудешь ты во мне, с детства мне любимый край. Для кого ты там что-то да-да-да-да? Для меня ты стамоды рай. Здесь только край домой мне любимый. Ты когда-нибудь поймешь, я была в белых плавишах берёшь.
он уже сделал свое дело или нет? Сделал. Потом их снимем. Дорогой! Нас снимают на память. Дорогой. Ой, это только кино может. А? Это что? Кино это. Такие прекрасные движения, только кино может. Но это же останется. Конечно. Ну, дайте я его скомпрометирую уже на всю жизнь, давай, для истории. Давай, давай, давай. А я благословляю. Ладно, все, ладно, конечно. Ты посмотри, что я делаю. Я целую конечно. Твоего мужа. Пусть народ знает, что у нас что-то было. Пусть думает. Думает. Они же все равно не верят, когда говорят, что ничего не было. Ты только музыку пиши, музыку хорошую. Да тебя все не делают. Это эстрадный жанр. Когда тебе 30 лет, ты уже не нужен. Я думаю, что в серьезной музыке художник, певец находится в более выгодной ситуации. Скажем, в опере. Если ты хороший исполнитель, всегда получишь какое-то признание. А эстрадник... Или ты работаешь на уровне ночного бара, где тебя каждый может обзывать, как хочется, а работать надо с аудиторией. Или ты на сцене, но здесь публика тоже ядовитая. Сегодня ты для нее кумир, а завтра к тебе повернутся спиной. Ясно одно. Исходя из своего возраста, ты должен переключаться и как актер. Нельзя все время прыгать по сцене и быть кумиром для 18-летних. В 25-30 сам поймешь, что тебе делать. Может быть, пойдешь по линии режиссуры, может быть, что-то другое. Но что-то придется менять. Раймонд Вальдемарович Паулс, пожалуйста, попрошу вас подготовиться и пройдите, пожалуйста, на сцену. Приглашаю на сцену народного артиста СССР, лауреата премии Ленинского комсомола Раймонда Паулса. Его песни сделали меня такой грандамой, так скажем. Невозможно его песни петь вот некрасивой. Невозможно их петь без какой-то внутренней культуры. То есть, и если я все годы, в общем-то, скрывала достаточно под маской такой босячки, под маской такой уличной певицы, под маской, которая меня защищала и давала возможность петь песни в масках то шута, то какой-то цветочницы, которая поет о короле, то он меня заставил в своих песнях стать такой женщиной, без маски. Хотя они мне очень помешали, эти песни. Мне трудно после них перейти к тому, что, собственно, мое, более такое упрощенное. Очень трудно. То есть мы убедили этими песнями, утвердили новый образ мой. Но народу, видите, это понравилось, понравилось. Я когда не знала его, я слушала музыку, думаю, почему человек... Что-то у него есть какая-то тайна, он страдает от чего-то. Он высказывает себя вот именно инструменту. Людям, пожалуй, нет. А те, кто слышали эту музыку, все его представляли, как одна моя знакомая говорила, принц, таинственным принцем. Вот такой принц, ему уже 50 лет этого принца. Король уже стал из принца.
Главное, когда твою работу оценивает тот, кого мы называем простой слушатель. Нужно, чтобы был какой-то отзвук у людей. Если его нет, я считаю, моя работа впустую. Я, скажем, увлекаюсь каким-то делом. Пишу музыкальный спектакль. Или для детей что-то задумал. Но я очень хочу это довести до конца. А потом, когда закончил, стоп, и пустота в душе какое-то время. Пока опять что-то новое не задумаю. А когда я 2-3 концерта сыграл, больше не хочу. Его главная драма в жизни — то, что он сам не поет. Мне кажется, он, если мог бы петь, он бы спел лучше всех исполнителей своей песни. Но это, конечно, шуточный ответ, потому что у него поют руки. Он художник. Мне кажется, что его драма – это драма всех художников любого времени, любого века, любой эпохи. Он очень четко чувствует и очень болезненно чувствует скоротечность жизни. Вечно такое ощущение, что он не успевает сделать то, что он хотел. Ему всегда казалось бы, чему огорчаться-то? И песни его знают, и музыку его знают. Он, можно сказать, национальный герой Латвии. Его знают в Советском Союзе, его знают за рубежом, его любят. Но я очень чувствую, и даже по себе знаю, что никакая слава, никакая популярность, она эту боль, эту рану вечной неудовлетворенности и скоротечности времени, эту рану не залечит. Что бы он ни сделал, я тонко чувствую, что он всегда будет чувствовать, что он еще чего-то не успел. А когда вам самому радостно? Как вы веселитесь? Не знаю. Мне вообще нравятся всякие глупости. Я, как маленький ребенок, радуюсь, когда смотрю по телевизору. Я в цирке, естественно, давно не хожу. Мне очень нравятся клоуны. Какие-то глупости они там вытворяют. Мне нравится. Смотрю старые аниме и фильмы. Нравится. Хотя там все так наивно. Я думаю, самое большое наше несчастье, что мы разучились смеяться. Мы все стараемся объяснить. Ищем подтексты. Каждый куплет 10 раз обдумаем, нет ли там какого-то подтекста. Но юмора, особенно сатире, надо ведь за что-то зацепиться, над чем-то посмеяться. А мы этого не хотим допустить. Вот такая у меня жизнь. Что поделаешь?